Казахстанские товары могут оказаться на прилавках китайской провинции Сычуань. Стороны сейчас ведут переговоры. Для представителя нашей страны организовали торговую миссию в КНР. Завершится она уже завтра. Участие в ней принимают 50 отечественных компаний. Это производители масложировой и молочной продукции, муки и кондитерских изделий, безалкогольных напитков, кормов для животных и поставщики услуг. Возглавляет делегацию министр торговли и интеграции Арман Шакалиев.